Всем добрый день. На канале Хайдно я хочу рассказать вам о таком регуляторе, универсальный такой контроллер, часто используется в средствах автоматики. В частности, его часто используют для проточно-вытяжных установок разные фирмы. Вот. Он, в принципе, достаточно компактный. Вот эта модель RLO220. Что значит у нее? Так, у нее 4 универсальных входа, да, то есть они можно подключить датчики различного типа, да, 0,10 вольт, там, термопреобразователь сопротивления различных видов в настройках задается. Потом один дискретный вход. И имеет он два выхода, то есть управлять может двумя смесительными клапанами. Да. Вот, значит, контакт у него такого типа. Клемник нажимной. То есть, чтобы вставить, нам нужно отверткой нажать в прорезь. Вот. Вставляем, соответственно. Эта часть как-то снимается, может быть, где-то удобно для монтажа, ну, я не знаю, я не стал разбирать размеры, в общем, его такие вот, если сравнить с автоматом, да, вот, то есть сколько модулей занимает, можно прикинуть, да, вот это обычный автомат. Да. Так, значит, что у него? Питание у него переменное напряжение 24 вольта, значит, G. G0, эти, видимо, соединены, чтобы можно было куда-то еще отвести. Вот, потом, что M это общий, да, сигнальный. Вот, в частности, здесь такая система, чтобы, допустим, на цифровой вход подать на D1, да, то есть нужно M и D1, то есть по минусу, как бы, да, у нас получается. Вот. Ну, не по минусу, это общий, как бы, не знаю, там непонятно, что M называется. Здесь клемник вообще никак не расключен. Можно посмотреть табличку, что тут есть. Кнопка, здесь разъем для настройки, видимо, с компьютера. Для какой-то, может, диспетчеризации. Так, значит, запитать можно вот такую обычную блок питания. Сейчас я включаю в розетку. Сейчас увидите, что появляется, подсвечивается на экране все при включении. Какие появляются надписи. Появляется фрост. Что такое фрост? Заморозка. Так, значит, посмотрим менюшку сейчас прибора. Что у него есть. Так, значит, если перебирать, то будет показывать какие-то установленные настройки. Да. Сейчас никакие датчики не подключены у нас. Поэтому смотреть особо нечего. Вот. Вход в меню, это то же самое, те же настройки, потом вот подсвечивает вот здесь, да, где мы находимся, настройки, да. Вход один тут можно выбрать, нормально открытый, да, нормально закрытый, вот это универсальный вход, да, какой тип датчика здесь, значит, так, вот. Пошли. 0,10 вольт, ну, в общем-то, не так много, да. Ставим вот этот, ну, также для остальных качеств сети лук, ну, что это, какой-то цикл, гистерезис, наверное, какой-то, макс, это какие-то специфические настройки, уж там читать, ну, я вообще инструкцию не смотрел, честно. Последовательность, ну это уже программа, да, непосредственно режим, единицы, фаренгейт, градус, так, режим работы, ПРТ, экономичный, в общем, здесь больше ничего нет.
режим замораживания, да? Для настройки. Какой датчик, да, какая температура включена. Это гистерезис, видимо. Температура отключения. Это время, видимо, включения. Вот так вот как-то. Аналоговый выход, минимальная позиция, максимальная позиция. Инверсия, процент открытия и так далее тут для обоих. В общем, все здесь. Это настройки. Текущий, да, режим охлаждения, что-то там. Для разных, да, то есть это для обогрева, нагрева, ночной режим. Очень такой прибор. Так, ну посмотрим. В принципе, можно посмотреть, как значение, да, то есть у нас вот, и увидеть, как реагирует, да, то есть вот у нас я сейчас буду подключать на D1. Ты увидите, он не сразу срабатывает, то есть где-то у него там полсекунды, наверное, или даже секунда есть. Я сейчас буду озвучивать, когда я коснусь. Коснулся. И вот он только сработал. То есть где-то секундная фильтрация на включение стоит. Ну, достаточно долго. Если это сделано. То есть я вот сейчас кратковременно коснулся. А, нет. Сейчас работаю. Сейчас кратковременно коснулся, не сгорелось. Где-то секунды или полсекунды фильтрации. А вот если иногда почему-то сразу срабатывает. Знаю, что у меня контакт плохой. Сейчас не сработал. То есть здесь какая-то фильтрация такая приличная. Ну, в принципе, это неплохо. В общем-то, быстродействующий курс здесь не нужен. Так, для датчика чтобы гарантированно знать, что замкнулся. В принципе, чтобы дополнительные параметры не вводить никакие. Сделать длинную фильтрацию, чтобы избежать ложных срабатываний. Вот. То есть вот такой приборчик занятный. Вот. Все, всем счастливо, до свидания. Заходите на канал.